В Апатитах состоялось рабочее совещание экспертного совета социального проекта Кировского филиала акционерного общества «Апатит» «Шефская помощь образовательным учреждениям». Юбилейный для проекта год, а ему исполнилось 20 лет, решили его трансформировать. Если раньше всем школам, детским садам и организациям сферы дополнительного образования выделяли фиксированные суммы, то теперь учреждения будут получать финансирование в виде грантов на реализацию своих проектов. У нас будет три подвида грантов: школы, детские сады и дополнительное образование. В каждом городе будет выделено три гранта школам по 500 тысяч, три гранта садам по 250 тысяч и три гранта по 250 тысяч дополнительному образованию и спортивным школам. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 21 апреля по электронной почте. Ее адрес вы видите на экране. Глава города Апатиты Светлана Котельникова считает, что для образовательных учреждений защита проектов – дело привычное. Многие получили нужный опыт, например, благодаря участию в областном грантовом конкурсе «Арктическая школа». Те проекты, которые не выиграли, они спокойно, школы, сады могут представить именно на этот конкурс. И я думаю, что вот эти сроки 21 апреля, они не страшные для образования, потому что уже практически все готово. Бюджет нового грантового конкурса – 5,5 миллионов рублей. Заседание экспертного совета состоится в конце апреля. И уже в мае победители получат финансирование на воплощение своих идей.